Сейчас 9 утра, бегу прям в парник. Мне интересно, как там мои погибли, не погибли. Вот ты красавцы какие. О, какие молодцы. Вы посмотрите, как дружно они приподнялись. Вот это да. Супер. Заморозков не было. Земля тепленькая. Вот этот вот муж кричал: не живые, все, не жильцы. Вот они. И все листики отжили. Молодцы. Я прикрывала, чтобы не дуло им. Тут, в общем-то, неоткуда дуть, но все равно прикрывала. И дверь вот здесь вот закрывала. И там тоже особо щелей у нас нет. Вот такая же там щель. Сейчас покажу. Но все равно закрывала. Пойдем посмотрим. Вот это я уже желтый финик привезла. До чего у них красивые листочки. Такие резные. Желтый финик. Замечательные листочки, красивые. Этим вообще как будто они вчера-то хорошо себя чувствовали. Это те поцелуйчики были очень нежные. Прям, ну такая нежность, такая нежность. Поцелуйчики, не зря поцелуйчики. А вот эти бычьи сердца, они чувствовали себя хорошо. Сегодня я их все подвяжу. Да, я их уже подвяжу. Ну что, значит, я пересажу. И вот этот желтый финик высажу. Ну не весь, оставлю чуть-чуть. Желтый финик я посажу на ту сторону. Здесь у меня все бычье сердце будет сидеть. У меня его много. Я его высажу. Сюда посадим желтый финик. Вот здесь, вот с этого края, посажу желтый финик. Вот у меня еще 4 таких же поцелуйчика дома. Я, значит, оставлю местечко. И у меня еще черный принц вот здесь вот будет сидеть. А еще я привезла перцы. Тоже посажу перчики вот на эту грядку. Но сначала вот это все надо убрать. Вот это все уберу и посажу. Ну, все.